І от з нами зараз на зв'язку Юрій Рашкін, депутат округу Рок, штат Вісконсин, ведучий ютуб-каналу «Рашкін Репорт». Говоримо, відповідно, про саміт НАТО і пропозицію Сполучених Штатів. Пане Юрію, доброго ранку. Доброго ранку, спасибо за приглашення, слава Україні. Героям слава. Пане Юрію, відповідно, ось ця фраза, як ми вже казали, про те, що Україна не отримала запрошення до НАТО, для багатьох в Україні виглядає як такою, фактично, ну, якщо не поразкою, то зради не хочу казати, бо Сполучені Штати нас сильно підтримують, але зрештою таким якимось моментом, що ми майже відчували, що як напівкроку там. Чи це були завищені бачення українців і бажання наші, які ми хотіли видати за реальність? Чи зрештою до цього могло прийти, але бачимо поки що нас не готові там бачити? На цьому саміті НАТО повинні прийняти Швецію в члени, тому що Ердоган виграв свої перевибори. Після цього у нього більше площадки, где он так и для маневров, он может теперь принимать такие решения по поводу Швеции, а если Швецию впустили, так может быть за Швецию впустят и Украину, и возможно, что на следующем саммите в Вашингтоне мы увидим Украину принятую в члены НАТО. Мне кажется, что очень важно вот это принятие, присутствие или отсутствие плана по принятию вот этого постепенного плана, потому что то, что Украине теперь его не нужно выполнять какие-то обязательства, это просто становится политическим решением, что мы как бы приняли решение, что мы не нервничаем либо о ядерной войне с Россией, либо о том, чтобы прекратились военные действия между Украиной и Россией, что, в общем-то, является основным пунктом, который сейчас нужен. Это вот единственное, что нужно преодолеть, мне кажется, Украине для того, чтобы сейчас оказаться членом НАТО, это просто чтобы, ну, войны не было. Естественно, мы понимаем, что Владимир Путин собирается продолжать войну, потому что если он остановится, то тогда Украина становится членом НАТО, и тут просто логика у всех своя. Но Запад будет придерживаться логики, и НАТО придерживается логики того, что эскалация и вступление Украины сейчас в военный союз означает вступление этого военного союза в войну с Россией. Что бы об этом ни думали в Украине, как бы это ни расценивалось, НАТО не готово сейчас вступать в открытые боевые действия, что, скорее всего, как ожидается в Белом доме, приведет к ядерной войне, не готовы. Так что сейчас, с другой стороны, я думаю, что нужно отметить большие достижения украинской дипломатии, потому что добиться и статуса присутствия и голосования, и просто, так сказать, того, что теперь мы уже находимся в той стадии, что скоро должны, мы думали, что, возможно, примут Украину в НАТО сейчас, а, видимо, примут, ну, скажем, через год. Поэтому это очень большие продвижения, очень большие шаги. Эрдоган, например, надеялся, что его, так сказать, он сможет как-то разменять ситуацию со Швецией и поторговаться, и, может быть, так сказать, он получит за это F-16, но он почему-то хотел оказаться в Европейском Союзе, куда его, так сказать, нет, это другая организация. А украинская дипломатия пробивается и в Европейский Союз, и в НАТО, и получает все больше помощи от союзников. Это очень впечатляет. Пане Юрію, але ж тут якраз історія про те, ми всі прекрасно розуміємо, що поки йде повномасштабна війна на території України, ну це був такий, мріялося, але всі розуміли, що це нереальний варіант, що нас візьмуть у НАТО. Але хотілося почути якісь строки. Хотілося почути, наприклад, закінчується війна, приймаємо Україну до НАТО, це, ну, це наша така головна гарантія безпеки фактично. Або, наприклад, там рік проходить, приймаємо Україну до НАТО. Поки що ж ми чуємо, навпаки,
тільки історію про те, що Україна не готова. І я так розумію, що це в більшому не готова відповідно до реформ, про які казав Байден. Тобто тут кажуть про те, я чую це так, що ми маємо виконувати свою домашню роботу і проводити реформи, які пов'язані із судовим, і з корупцією, і з судовим законодавством, і з усім іншим. Вы знаете, к сожалению, я этого не вижу, потому что отмен постепенного плана, как он там точно, ПЧЖМЖ называется, означает, что вот эти все реформы, видимо, не так важны, потому что единственное, что означает, Украина не готова к вступлению, это то, что идет война. Все остальное, видимо, можно уже как бы преодолеть, и мы уже как бы решили, что главное, действительно, очень важно принять Украину в НАТО, и, видимо, важнее, чем требовать от Украины, так сказать, будет помощь и так далее, но это уже как бы не несет того решающего фактора, как, ну, мне бы на самом деле, наверное, хотелось бы, я думаю, многим, потому что в каком-то смысле я вижу здесь отступление от определенных стандартов. И это настораживает, потому что, что ж теперь, Украине ничего не нужно делать, просто закончить, победить в войне, а вот все остальное не так важно. Посмотрим, потому что для Грузии это важно, а для Украины это не важно. Интересно, мне казалось, демократическое общество имеет значение во всех странах. Ще один варіант, про який теж доводилося чути, можливо, це могло повпливати, що так, ми зараз розглядаємо Вільнюський саміт, як ще такі, знову ж таки, розуміємо, що Російська Федерація за ним слідкує, тобто чіткі сигнали мають прозвучати відповідно і для Путіна. І лунала така думка про те, що це може бути навпаки, що якби сказали, як тільки завершується війна, Україну приймають до НАТО, то таким чином, якби для Путіна це чіткий сигнал всіма силами продовжувати цю війну. Ну, для Путіна он как бы реальность вообще для него не имеет большого значения, и он будет продолжать войну, пока он может продолжать войну, потому что он считает, что он может всех, видимо, пересидеть, перемолоть, ему не важно до конца, что происходит. Тут я даже сомневаюсь, насколько важны какие-то именно виды оружия, чтобы нанести какие-то удары по российской армии, потому что тот, кто нажимает на педаль, будет нажимать на педаль вне зависимости от того, что происходит. Поэтому он вроде бы не хочет вступать в конфликт с НАТО, и НАТО не хочет вступать в конфликт с ним. Это вроде бы единственное, что мы на данный момент знаем. Зрозуміло. А ви відзначили українську дипломатію. От тут питання щодо реакції нашого президента напередодні. Вона була доволі жорсткою. І ми знаємо, що в своєму телеграм-каналі це прозвучало, що безпрецедентно і абсурдно, коли немає жодних часових рамок для запрошення для членства України, коли натомість додається якесь дивне формулювання про умови навіть для запрошення України. Це схоже на те, що немає готовності ані запросити Україну в НАТО, ані зробити її членом Альянсу, наголосив глава держави. От таке спілкування з якби людьми, які зараз вирішують нашу долю фактично майбутньої в Альянсі і безпеку, і спілкування з нашими партнерами, воно припустимо чи ні? Мені, знаєте, це завжди такий, мені казалось, спорним моментом, от такий вибір такого підходу, как бы винить и стыдить и очень агрессивно доказывать свою позицию, но с другой стороны идет война, и с другой стороны мы видим, что, видимо, что-то работает, потому что Украине помогают все больше и больше. Насколько сейчас важно, понимаете, администрация Байдена показывает раз за разом, что она хочет, чтобы был создан консенсус, и после того, как создался консенсус, появляется президент и делает такое непростое решение, но он понимает, что за ним стоит как бы люди, и все это уже поддерживают его. И вот то, что сейчас делает, мне кажется, президент Зеленский, это он помогает очень сильно формировать консенсус того, что нужно это сделать, таким образом, чтобы когда, скажем, через год, когда Украину приняли в НАТО, это и решение было, скажем, за президентом, то это бы, было бы на самом деле
более очевидным решением, потому что все уже были бы к этому готовы, и вот и президент сделал правильную вещь. Потому что мог бы сделать и неправильную. Знаете, политики иногда могут даже навредить намного больше, чем помочь. Но Байден как бы просто хочет, чтобы сформировался, видимо, консенсус раз за разом. Такой осторожный в этом смысле политик, но далеко многого добился. Поэтому посмотрим на то, как происходила его эта тактика и стратегия с другими видами оружия. И сейчас мы видим, что президент Зеленский недоволен. И, конечно, он может иметь право быть недовольным, и нельзя молчать. А молчать нельзя. И, с другой стороны, понимать, что будут результаты, потому что это, видимо, действия, которые работают. Как бы они нам ни казались правильными или неправильными, эти действия, видимо, продолжают работать. Побачимо. Значит, триває саміт НАТО, і сьогодні там буде наш президент, і знаємо, що там відбудеться якраз ось це засідання Україна-НАТО, і буде спілкування, тобто будемо за цим спостерігати. Дякую вам, пане Юрію, за те, що доєдналися до нас. Юрій Рашкін, депутат округу РОК, штат Вісконсин, ведучий ютуб-каналу «Рашкін Репорт».